Что там, братан? Очень все, нас спалили, короче. Да ну нафиг. Короче, там менты приходили. Угу. В бега подаваться нет смысла. Я очень что решил, братан. Давай я все на себя возьму. Да нет, братан, так не пойдет. Давай я лучше на себя все возьму. Давай. Смотри, сынок, именно так ты родился на этот свет. Санек, ну что это, ну смотри, ё-моё. Тебе уже 13 лет. Эй, я в твоем возрасте, у меня уже двое детей было. Эй, ёб твою мать, эй. Он не спрашивал ваше решение. И сам просто взял, что ему нужно. Эй. Подорот! Этот пиджак сколько стоит, да? Этот костюм стоит 250 тысяч тенге. 250 тысяч тенге стоит, да? Я своему свату худага подарок покупаю. Давай вот так сделаем. Здесь 250 тысяч уберем. Вместе его напишем 500 тысяч тенге, ладно? Ну, чтобы нормальный подарок был. А, написать 500 тысяч тенге? Ну, если хотите, ну, ладно. Все, давай, сделаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Вчера мне худа костюм подарил с вашего магазина. Вот такой костюм, классный. Вообще претензий нету, просто цвет не мой оказался. Давай, нало мне 500 тысяч верните, пожалуйста, хорошо? Я хочу деньги забрать. Я успеваю ждать, 2 недели еще не прошло. Да-да-да. Мирабелля, привет, как дела? Ничего, нормально. Чё ты всё уже в Астану переехала? Да, я здесь в Астане сейчас. Наверное, скучно, да, локдаун всё-таки. Всё дома сидишь, да, вату катаешь. Нет, у меня сейчас парень появился. Он молодец такой, мне всё везде показал, все вот эти места. Вот сучка, всего неделю в Астане уже нашла себе парня. Я тут годами хожу, никого найти не могу. Да видела она себя в зеркале, носатая, Пиноккио. Я на фитнес хожу, ботоксы всякие делаю, с себя огромные деньги вбухиваю и нифига. А вот таким страшилкам везет. Вот сейчас он приедет за мной. Сейчас мы с ним поедем в Боровое. Спокойно, спокойно, по-любому какой-нибудь урод на развалюхе. Кажется, уже приехал. Ладно, я тогда уже пошла. Ну давай я тебя провожу. Давай, ну, давай пойдем, пойдем. Да? Ну где этот лошара с развалюхой? Открой форточку, пожалуйста. Зачем? Аж. Обязательно аж. Пока! Ай, мля, кутым жаман, да я шо! Пока-пока! Эх, классно в Шымкенте, да? Тепло, да. Вкусно, гостеприимно. Может, в Шымкент переедем, да, на? Почему? Ну, еще говорят, здесь просто многоженство есть, поэтому... А зачем тебе это надо? Прикинь, домой такой приходишь, а вторая жена повесилась. Третья жену током шибанула. Четвертая жена странным способом вообще исчезла. Кто это может сделать, в смысле? Ну, я могу это сделать. И вообще, давай лучше переедем в Швейцарию. А что в Швейцарии? Ну, там многомужье разрешено. Я лучше Алматы, бразерам, Алматы отрави, а? Да, я тоже согласна. Да. Шымкенте просто в гости, да, Швеции в гости заезжать будем, да? Бразерам, спокойно, спокойно. Да, все, Алматы, отрави. Эй, Халайсинер. Ничего. Ну давай, рассказывай, по какому поводу баню зовешь? Да нет, просто вас позвал, вы что, просто скучился. Точно? Конечно, все, садитесь, давай, там баня уже нагрелась, давайте, давайте. О, хорошо. Давай, давай, говори. Говори, что за у тебя проблема, знаешь, чем могу помочь, давай, говори. Может, когда оставим, просто к баню не зовут же, понимаешь сам. Макива, интересно, что я не могу своего уважаемого друга просто к баню позвать, что ли? Я вас просто так позвал, мне ничего не надо. Да не может быть в Казахстане просто к баню позвать, просто так. Скажи, как есть. Макива, давайте не будем, а давайте не будем ругаться. Пойдем получим. Кымыс попьем. Как твои елки. Хороший, да, кымыс с медом, вот этот хороший. Азике, слушай, а? Мозги мне не компостируй, а? Просто так в баню не зовут. Говори, что надо, вызови зухачи. Макет, ты надоел уже, я тебя просто позвал. Ну, чтоб ты успокоился, я тебе попрошу что-нибудь. Можешь мне 80 миллионов занять на 2 недели? Мне до вечера надо кровь из носа, а? Пожалуйста. Баси, вот баси. Срать позимаю, с утра хоть же. Займешь? Нет у меня. Саке, позови в баню. Ну, Тёма, видишь, у тебя вот этот крайний бой. Ну, базару нет, нормально. Ну,
можно было полноценно выиграть, понимаешь? Ну, настойки ты видишь там... Джеб, надо работать ножками, понимаешь? Право, лево. У тебя-то, видишь, рост, как у меня же, рослый, понимаешь? Борьбу надо включать. Нырнул, вот раз, ушел! Это все понятно, а застрял? Что? 100 тенге. Да, спасибо. Все. Тебе тоже спасибо. Твой долбан друг. Капец, езум орып тұр. А что случилось? Я вчера лампочку засунул в рот. Капец, еле вытащил. Горячий еще. Ты идиот, конечно. Блин. Капец, глаза щипят. А что случилось? Да вчера телевизор вот так смотрел. Вчера фильм для взрослых был. Хотел детально разглядеть. Бля. И что случилось? Да горло болит. Вчера снег ел. Еще желтый какой-то. Походу, ангина будет. Ай, блин, кажется, что-то лезет, блин. Посмотри. А что случилось-то? Да, вчера кошку взял вот так и носом вот так задние лапы, блин. Кажется, что-то лезет тебе. А, мысык көрмегенде ел күні. Не бар десей, что мысықтан? И не болды? Да, кеше даширактың приправасын жегенсін бы. Капец, ашып отыр. Салам алейкум, брат. Ну, алейкум. Я звонил к тебе, братан. Ты продаешь, да, машину? Да, я продаю. Что ты мне сразу скажи, какие минусы есть? Ну, чтобы я знал. Братан, хоть и машина 2006 года, она у меня в идеале, понимаешь? Полностью передел под рестайл. Задние, передние бампера поменял, юбки, пороги, все, короче. Салон обшил алькантары. Движок работает как часы. Ходовку полностью перебрал. Я сам первый хозяин, братан. Машина в идеале. Я говорю же, диски 22 стоят, видишь, вон? Ашанти, брабусовские. И что, за сколько продаж конкретно? Ну, братан, видишь, я что-то так подломал. Наверное, продавать не буду. Себя оставлю. Она, видишь, в идеале у меня. Конфетка. Как будто с салона только вышла. Ну, если что, я поезжу, ушатаю машину, наберу. Хорошо? Алло, мам. Привет. С днем рождения тебе. Да, бәрі жақсы болсын. Вот. Ага, да, я поел. Черт, колесный, с днем рождения, Малда! Че, снюхай, джумаем за бугне? Алло, привет. Че ты, как дела? Че ты цветы получила? С днем рождения тебе. Я тебя люблю. Я с ним с кем разговариваешь? Давай я потом позвоню, с пацанами сейчас. Давай, с днем рождения. Давай. Я тебе тоже. Алло, Аже. Ал, туған күніңіз құтты болсын. Рахмет, аха. Иван, рахмет, аха. Ну все, давай тогда на среду забились. Ну, предварительно еще созвонимся. Давай, хорошего тебе давай дня. Не звони мне, бойся! Да, да, ребята, я же сказал, вовремя нужно открыть ее. Да не, наконец. Подожди. Послушай, я не могу работать здесь. Что такое? Наш сотрудник ходит, чихает, блин. Вирус, блин, заразу по всему офису. Какой сотрудник? Вот он расходится, чихает. Вирус у него. Раскол. Ну-ка еще раз чихни-кась. А, не, это же не заразный чих. Это же аллергия у него. Да? Аллергический чих, да, аллергия да. У тебя. Видишь, у него вот эта тональность низкая, это аллергический чих. А, да ты чё? Да, это не зараза. А да? Когда вирус что за... Какой-то там тональ... Какая-то... Там анализ... повыше идёт. Даурен, подойди, пожалуйста. Не надо. Чё? Не, надо. Нормально? Всё. Алло, откройте, чихай. Надо куда-нибудь пойти. Это закончится, это болезнь. Нормально будет, надо один день куда-нибудь посидеть. А так кафе, где шашлык есть, кафе посидеть надо. Вспомниться надо наша молодость. Как мы раньше сидели, надо так еще раз сидеть. Не, ну конец марта же, весна как бы, а у нас метель, буран. Короче, Жан, будем хорошую погоду звать. Жертвоприношение будем делать, а то, кажется, лета вообще не будет у нас. Ну, не говори. Ладно, я за бараном. Не, ну конечно, можно было и коня зарезать. Ну тогда слишком жарко станет. Зачем? Нам бы хотя бы просто весну. Жан, ты это давай кишки хорошенько почисти. От этого зависит чистота наших дорог.
А может, еще ЛРТ достроят? Ой, не знаю. Для ЛРТ, наверное, надо будет слона резать. Двигайтесь прямо. Через 200 метров резкий поворот направо. Ты что, тугиз, да? Какой тугиз? Гонишь, что ли? Это Наргиз? Наргиз, дальше куда ехать? Потом направо, коричневый забор мой. Ага, все, давай, выходи, мы сейчас подъедем. Сейчас переоденусь будет? Я дома.